Всем-всем-всем приятного аппетита, дорогие друзья, меня зовут Рисман, и в это видео мы с вами будем играть за Визора в Майнкрафте. Было много комментариев, много просьб о том, что Рисман, давай ты поиграешь за Визора. И, в общем-то, вот вам этот самый видос, который обязательно заслуживает лайка. Поэтому, ребят, обязательно ставьте лайк на это видео. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы все еще не подписаны. А если вы подписаны давно, отпишитесь от моего канала, подпишитесь заново и выберите включение всех уведомлений. То есть нажмите колокольчик. И также вообще в целом проверьте, нажат ли у вас колокольчик, чтобы комментировать видео одними из первых. Ну что ж, сегодня мы с вами играем за Визора в Майнкрафте, я в него уже превратился. Не обращайте внимания, пожалуйста, на эти две головы, они постоянно шатаются то влево, то вправо, это не важно. Самое главное, что мы хотя бы умеем летать. А вот этот тут маленький баг, я думаю, что нам сегодня не помешает. Выглядит это, конечно, очень круто, я могу взлететь абсолютно на любую высоту. Посмотрите, на любую высоту, на любую просто. И также, конечно же, спуститься. Жизни у меня тоже немало. У меня 150 сердец жизни. То есть это примерно 300 хп где-то. И при помощи этих жизней я смогу убить, думаю, даже дракона. У меня в целом построены порталы ко всем измерениям. У меня вон там вот... Все, нормально, не прогрузился просто. Незер, Эндер, ну и, конечно же, в обычном мире у меня тоже очень-очень крутой сид, в котором деревня, особняк и даже рядом есть база разбойников. Очень крутой сид, ребята, и вот прорисовка у меня, правда, стоит низенькая. Давайте попробуем начать атаковать жителей, посмотрим, как мы с ними справимся. Мне интересно, здесь есть железный голем? Я бы хотел... А, вот, железный голем есть, отлично. Так, давайте мы будем их атаковывать своими летящими голыми. Пау! Пау! Нифига! У меня что-то немножечко не получается по ним попасть, но я сейчас разберусь, как это... Как попадать по ним. Ага! О, попал! Попал! О, и поэтому тоже попал. Тут еще два жителя стоят. Сейчас мы их тоже загадим. Давай, 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 загасим. Опа! Ну, почти, 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 почти. Кстати, я их не могу без конца кидать. У меня справа вылазит голова Визора. Это такой дилей. То есть я не могу стрелять, пока оно у меня не заполнится. Поэтому мне приходится немножечко ждать перед тем, как стрельнуть еще раз. Смотрите, тут житель застрял. Сейчас мы ему поможем выбраться. Так, так, и... Ты тоже получай, маленький житель. Ладно, давайте мы теперь попробуем сразиться с железным големом. Мне интересно будет с ним сразиться. Получай, получай. А если он меня ударит? Ого, он меня ударил. И блин, ну ладно, у меня есть регенерация, которая меня спасет. Ну что ж, могу сказать, что вполне себе сносно так играть. Смотрите, сколько я ему уже хп снес. Сейчас я уничтожу железного голема. Ну хотя как-то медленно на самом деле. Могло быть и немножечко побыстрее. Ой, я задел колючий куст и из-за этого обжегся. Блин, черт, я задел просто-напросто колючий куст, и Визор страдает от колючего куста. Как-то очень смешно это выглядит. Казалось бы, вроде Визор могучий моб Майнкрафта, а его вот куст смог задамажить. Представляете? Представляете? Так, ну там у нас уже они в воде плавают. Давайте мы отправимся сейчас к особняку. Попробуем там с кем-нибудь из мобов сразиться. Визор атакует абсолютно всех мобов, если вы не знали. Так, я вижу, тут еще мобы есть. Оп, не попал. Надо все окно выбить. О! Вот теперь я могу туда залететь. Ага, крипер, получай, 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 крипер. Блин, что-то много все равно мне приходится наносить им своих голов, чтобы они... О, давайте мы его просто взорвем сейчас. А он не хочет взрываться? Так, получай, зомби, получай, зомби. Ага, получай, зомби, все. Зомби справили, а крипер, кстати, не хочет взрываться. Ой, я скелета подкинул, смотрите. А может скелет попадет в крипера? Да! Мы выбили пластинку с вами, отлично! Хе-хе, получилось. Не всегда, кстати, это получается, но сегодня у нас это удалось. Ну, то есть в особняке мы, в принципе, тоже можем сражаться абсолютно с любыми мобами. Нам никто не страшен, хоть их тут и дофига. Зомби, зомби. Но тут ничего интересного нет. Смотрите, а я и Визор, я могу и ходить. Вот это я хожу просто-напросто... Просто-напросто хожу. Это я не летаю, это я реально хожу. О, вот эти ребята мне и нужны были. Мне нужно сразиться с поборниками. Сейчас посмотрим. А что они? Смотрите, а я просто повыше взлетел, и они ничего не могут мне сделать. А, нет, могут, могут, смотрите. Ой, там первый этаж особняка. Мы, кстати, сейчас прям можем туда просто-напросто... Зомби еще пришел. Еще зомби пришел, обиженный на жизнь вот этот зомби. Так, мы тут на первый этаж спустились. Что у нас тут? А, тут голова.
Тут голова пилейджера, нифига себе, тут прикольно. Ну ничего, сейчас тут мы еще с одним справимся, дурачком, и все. А вот теперь я думаю, что можно будет отправляться на башню разбойников и сразиться с разбойниками, а после уже путешествовать по другим измерениям. Так, что у нас здесь? А, здесь какой-то склад у них, а я смогу просто-напросто... О, я... Получается! Получается! Блин, если попадать... Если попадать, то, в принципе, можно выбить себе здесь... А, какие-никакие ворота, чтобы я мог отсюда просто-напросто вылететь. А у меня, ну, как-нибудь, а может я пройду здесь? А, я не прохожу по размерам, блин, я слишком толстый какой-то визор. Толстый визор получился я какой-то, честно, я думал, что я пролезу. О, вот здесь я пролез, вот тут я пролез, все, мы взлетели, и теперь мы с вами отправимся к башне разбойников. И попробуем посражаться уже с разбойниками, с ними будет немножко сложнее сражаться, у них есть арбалеты, они смогут в меня стрелять в ответ. То есть я в них стреляю, и они, смотрите, они тоже по мне сейчас будут все стрелять. Я хочу как можно больше сагрить их. О, вот там вот еще один есть. Вот там еще один есть, все. Мы их сагрили, вот они в меня стреляют, целятся, стреляют. Но у меня абсолютно ничего. Потому что у меня помимо всего этого еще есть регенерация, ребят. Давайте посмотрим, регенерация 2, насыщенность 2 и прилив здоровья. Потому что у меня много жизней, у меня быстрая регенерация. И я еще никогда не буду голоден. Потому что зачем визору питаться объективно, ребят? Давайте по факту. Вы когда-нибудь видели, как в Майнкрафте визор хавает что-нибудь? Я лично не видел, разве что видел, как он уничтожает всех мобов, и все. Так, давай еще один разбойничек. Я, кстати, ни одного разбойника, по-моему, не уничтожил, а давайте мы его просто в лаву скинем. Так, оп, не получилось, кстати, его в лаву скинуть. Ладно, вот этих можно просто... Ой, все. Все, разбойников уничтожили, ребят. Разбойников уничтожили. Теперь можно лететь куда-нибудь в сторону... я даже не знаю. Пока что отправиться в Незер или в Эндер. Давайте мы пока отправимся с вами в Незер. Посмотрим, что мы сможем с вами сделать в Незере, будучи визором. Так, так. И теперь нам нужно где-то здесь взять. Вот так вот. О, у нас тут можно сейчас что-нибудь будет скрафтить, ребят. Это хорошо. Огниво. И теперь мы с вами... О, отлично. Блин, а я обратно не пролезу в портал. Нет. Мы с вами туда не пойдем, потому что, скорее всего, обратно я в портал, по-моему, не пролезу. Ладно, давайте проверим. Давайте проверим, если что, я потом сам разберусь, как мне действовать с порталом. Но реально, ребят, я потом не вылезу, наверное, оттуда. Да, смотрите, я уже застрял. Все, меня просто обратно телепортнет сейчас. Я просто застрял в портале, камон! Как мне вылезти отсюда? А я могу стрельнуть? О, да, я его просто отключил. А теперь я сейчас телепортируюсь обратно. Ну, в целом, ладно. В Незере побывали, делать там нечего, можно отсюда уходить. Ух ты, смотрите, визор что, огня не боится? Визор лавы не боится, смотрите, я могу в лаву вступить, и ничего, я не горю даже. Офигеть, круто, я почему-то не думал, что визор не боится огня. Ладно, теперь мы отправляемся с вами в самое интересное. Это в Эндер. И в Эндере мы уже планируем с вами сразиться с Эндер-драконом. Посмотрим, а, что я, где я? В общем-то, я смог переместиться в Незер, но я застрял, мне пришлось включить режим спектейтера, чтобы оттуда выбраться, но я, в общем-то, выбрался. И теперь я нахожусь в Незере. Ага, просто, кстати, стартовая площадка в Незере была под землей, я просто телепортировался и сразу застрял. Так, ну смотрите, я, кстати, по эндерменам почти попасть не могу, потому что по ним... А что это было? А, это ты, тварь, в меня стреляешь? Ох, тебе не поздоровится. Сейчас мы ему все его хилочки-то выключим. Это у меня-то хилочки работают и без этой фигни. А он-то кто? Он слабак без этого. Дракон, дружище, кто ты без своих кристаллов? Кто ты? Слабак ты просто. Так, о, все, отлично, попали, поэтому тоже. Давайте мы по дракону смогу попасть? По дракону, не попал. Так, нам нужно вот так, вот знаете, вот мимо этих, о, все, отлично. И мы с вами практически все кристаллы эндер-дракона уничтожили. Ага, все, а вот теперь мы просто его будем дубасить своими головами. Головами. Не знаю, как правильно, ну неважно. В общем-то, мы с ним успешно справляемся. Смотрите, он еще меня даже не ударил ни разу, по-моему. Ну, хотя, может быть, и бил меня, но просто он не попал по мне. Вот.
Ага. Он... Или его штука не действует на мне, может быть, так как я визор. Вот, смотрите. Опа. А, да, действует. Фу, противная. Блин, ну у меня регенерация есть, так что ничего страшного. А его регенерации больше нету. А вот теперь мы не на равных, а были на равных, дракон. Ну все, что ж. Ждем, пока он, кстати, сюда спустится. Может быть, у меня будет... Черт, надо было набрать шерсти, сделать здесь просто-напросто кровати и уничтожить его, как нормальные люди, при помощи кровати. Так, получай, дракоша! Ничего, не улетишь ты никуда, не успеешь. Ой-ой-ой, ты чё так орёшь? У меня уши вянут, блин, зачем драконы так орут? Смотрите, кстати, дракон, эндермен, этот, как его, агрится на дракона почему-то, не на меня. Ого, как он меня откинул. Но ничего страшного, мне это не страшно, потому что я летающий персонаж. Вот когда ты играешь за обычного персонажа в Майнкрафт и дерешься с драконом, это сложно. А играть за визора, это, ребят, это не сложно. Визор против эндер-дракона. Вы, думаю, многие так делали. Спаунили их друг против друга и видели, чем это заканчивается. Если у дракона нету хилки, то дракон в этой ситуации, ну, проигрывает, конечно же. Потому что кристаллов у него уже нету, и я ему просто их не дам заспаунить никак. Они никак не спаунятся, по сути. И просто теперь, когда он будет прилетать вниз, я его буду сейчас дубасить своими этими летающими головами. Так. Мы с вами практически с ним справились, ребят. Практически справились. Смотрите. Совсем чутка осталось. Дойдем до титра Майнкрафта. Давай. Приземляйся, дракоша, приземляйся. И буквально осталось... Ну, давай. Надеюсь, он не успеет улететь. И... Да, отлично. Мы справились, ребят. Играя за визора, мы справились с эндер-драконом. И освободили Элла. Оп. Сейчас собирать будем опыт. Посмотрим, сколько опыта соберем. Это всегда интересно. Это лотерея такая. Сколько же опыта я смогу собрать с этого дракона. Смотрите. Опа. Ну, 67-й левел тоже неплохо. Может быть, где-то здесь. Здесь еще они есть. Давайте постоим вот так. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, можно отправлять... О! Будучи за визором, можно обратно телепортироваться из Эндера. Вот из Незера не вариант. Мы дошли с вами до титр. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Ну, а с вами был я, Рисман. Сегодня мы играли за визора. Всем удачи и всем пока-пока.